Трагические события, которые произошли в городе Казани, о которых мы все наслышаны, в гимназии, в очередной раз показали, что в вопросах исполнения требований антитеррористической защищенности не может быть никаких послаблений. На наших заседаниях мы неоднократно обсуждали эту тему относительно объектов образования, детских оздоровительных лагерей, дошкольных учреждений, принимали решения, направленные на устранение имеющихся нарушений, совершенствование существующих систем технической и физической защиты. Обсудим, какие нерешенные проблемы еще у нас остались и что можно сделать, чтобы ни в коем случае не допустить даже не то, чтобы повторение трагедии, а не допустить даже шансов никаких, чтобы что-то подобное у нас могло произойти.